Здравствуйте, дорогие участники конкурса Golden Time. Меня зовут Дмитрий Земсков. Хочу всех поздравить, было прислано множество интересных и талантливых выступлений. Хочу особенно отметить некоторые выступления. В категории классическая хореография, ансамбль «Реверанс», школа народного искусства имени Захарченко, Мария Ткачева, Елизавета Федюнина, Полина Бадаква. В категории «Танцы народов мира» ансамбль «Родничок», ансамбль «Первоцвет». В категории «Бальные и латиноамериканские танцы» Никита Троицкий и Ольга Петрова. В категории «Стрит танцинг» коллектив «Азарт», Анни Мохина. В категории «Акробатический танец» София Сударикова, коллектив «Джамп», Мария Микита, коллектив «Джамп», Кристина Зинчук, также из коллектива «Джамп», и Лиза Клочкова и Кристина Зинчук из «Джамп», и также весь коллектив «Джамп». В категории «Contemporary Choreography» – современная хореография. Анастасия Рассказова, Ксения Калинина, коллектив «Вернисаж», арт-шоу «Ставрополье», OSDC Dance Theater, коллектив современного и уличного танца «Импульс». В категории «Stage Dance» ансамбль «Разничок», арт-шоу «Ставрополье», Юлия Полищенская, ансамбль «New Age», категории Variety Choreography, Magnifique Show Dance, Олеся Паршина. В категории Sports Choreography, Олеся Паршина. В категории Folk Choreography, ансамбль «Первоцвет», Юлия Паушинская, ансамбль New Age. Категория Theater, Кирилл Овсий. Категория Acting Skills. Вероника Черниенко, Зора Гамбарян. Хочу пожелать всем дальнейших творческих успехов. Творите, не останавливайтесь на достигнутом. И до новых встреч. Спасибо.